Спасибо большое, друзья. Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены. Закончилась неделя праведных, тяжелых или не очень тяжелых, может быть, не очень праведных трудов. И пришло время отдыха, развлечений, балагурства, доброго юмора на других каналах. На нашем канале, как всегда, по субботам. Однажды вечером с Дмитрием Нагиевым и неблагодарным. Это само собой. Неналантливым. Тоже верно. И не, я бы сказал, похожим на меня. Неординарным. Незаурядным. На вас со мной. Не похожим на просто человека в широком понимании этого слова. Сережей ростом. Вот. Почему я это сказал, друзья мои? Потому что речь в сегодняшней программе пойдет о детях. Об этих вечно смеющихся шалунах и неугомонных коротышках. Вы знаете, как мне кажется, в последнее время, вот у взрослых, скажем, у взрослых есть фабрики, заводы, постоянно что-то сталкивается с чем-то, сходит с поезда, а у детей, как только прекратила, буквально умерла у нас на руках пионерская организация вместе с октябрятством, что осталось у детей? Куда им податься? И мне кажется, давно пора открывать новые течения и веяния, скажем, Союз юных моисеевцев. Или союз юных лужковцев. Лужковцы будут строить храмы, амы, амы. В них будут жить дети, эти. А моисеевцы, скажем, будут периодически снимать штанишки и показывать всем свой праздник. То есть в этом что-то есть, что-то есть. Я приветствую у телевизоров, я приветствую в зале юных нагиевцев и объявляю начало самой популярной программы среди моей мамы. Однажды вечером с Дмитрием Нагиевым. Дмитрий, кто-то должен сейчас задать вопрос. Я. Считаемся по-морскому. Раз, два, три. У меня два. У вас? Десять. Двенадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11-12. 11-12. Значит, Дмитрий, давайте. А куда денутся юные ведущие? А? Никуда не денутся. Ведущий уже здесь. Это я. Хотя, как ни парадоксально, Сергей, и вы тоже. Вот. И я жду не дождусь появления первого гостя нашей удивительной программы, нашего глобального шоу. Это действительно большой человек, я бы даже сказал, огромный, громадный человек. Народный артист России. Роман Громадский! Под фанеру работаем. Да. Добрый день, Роман. Добрый даже день. Не знаю, что-то так увидел вас, обрадовался, как ребенок прямо. Хочу. Присаживайтесь, пожалуйста. Это заодно и эксперимент для нашего кресла. Поскольку до этого такие большие артисты в нем не сиживали, скажу честно. Называется «Сижу в зелени». Есть! Весь зал был прямо на взводе. Роман Борисович, во-первых, спасибо большое, что вы откликнулись и пришли к нам. Можно расскажу сразу с самого начала маленькую историю, а? Ага. Я учился в театральном, и со мной на курсе учился паренек, хороший артист. Ныне он артист театра Ленсовета, Дима Харанько. И он говорит, меня мама отправляла в Петербург учиться, он сам с Украины, и сопроводила письмом. Сынок, говорит, как приедешь в Петербург, найди артиста Громадского.
И передай ему это письмо от нас, от всех. Он наш родственник. Дима говорит, я полгода искал артиста Громадского. Не мог попасть к нему на прием. Попал. Артист Громадский сказал, что он первый раз слышит о таких родственников и отправил меня с Богом. Был такой, Роман Борисович, а? Ну, он говорит, что было. Ну, будем надеяться. Мне только, я думаю, может быть, это кто-нибудь небрачный. Ну, вы слово родственник так впрямую сразу понимаете. Родственник, это может быть племянник. Да. А скажите, а неужели ничего не дрогнуло, даже если он не родственник? Но ведь он молодой и, видимо, талантливый человек. Помочь? Да нет, я честно думаю, что это какой-то розыгрыш. Во-первых, я не помню такого случая. Сколько этих родственников? Либо он пытался вас разыграть, либо... Во-вторых, даже если бы он просто пришел и сказал, что он не родственник, а что вот он с Украины, но мама просила, чтобы он обратился ко мне с какой-то просьбой, я честно вам скажу, я бы его не отправил бы без внимания хоть какого-то. Ойли? Ойли, это точно. Не в моем характере. А вы сами тяжело пробивались, а? Или вас сразу папа помог, там, родители? Папа? Поскольку папа у меня был наладчиком холодильной аппаратуры. Причем в своей квартире, да? Ну, дабы в своей. Если. Потому что первый холодильник, какой у нас появился, он был собран его руками. Нет, он заведовал такой огромный, вы знаете, то, что в магазинах у нас вот такие. Нет, он был человек такой из рабочей такой профессии. Вы не из театральной среды, да? Совершенно не из театральной. Более того, никто не верил ни во что в это, потому что учился я достаточно средне. Верила только одна мама. И царство и небесное, и маме, и папе. Вот. Но мама всегда говорила мне, вот сколько я помню, она постоянно, хотя нас было несколько, правда, у меня было две сестры и я, но мама почему-то все время мне говорила, вот это мой кормилец растет. Насколько, извините, насколько я знаю, как только вы появились на экране, сказали, вот новый Урбанский. Ну, так это уже ей было, да, было с 25 лет, а школу, значит, я заканчивал 17, и поэтому, значит, соответствие было такое. Все мои ребячьи кликухи были такие, типа Стропилах, Воростина, Масел, вот что-то такое. Потому что... А в кого вы такой у вас? У меня отец очень высокий. А-а-а. Отец высокий был, худой. Я-то имел в виду, в кого такой талантливый. Кого такой талантливый? Вероятно, в Урбанского. Да? Хотя я вам должен сказать, что нет ничего неприятного, когда один артист безумно напоминает другого артиста. А вам вот никогда не обидно человеку, актеру с внешностью Марлона Брандо, ведь вас никогда не узнает Голливуд? Не обидно, что вы отдали свой талант этой стране? Конечно, нет. Вы знаете, то никаких сил не хватит обижаться на каждую иномарку, которая мимо меня проезжает, и плевать на свои собственные «Жигули». Что же это я буду? Конечно. Роман Громадский. Роман Борисов, что-то я знаю, вы сейчас декан факультета искусств в университете профессора Записоцкого, да? Такой популярный университет, что они все знают, как он называется. Да. Нет у нас такого университета Записоцкого. Это Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Вы преподаете актерское мастерство, да? Да, я преподаю на курсе, у нас курсы смешанные, они и в театральной. Мальчики и девочки? И мальчики, и девочки, и мы вместе обучаем курсы актерского мастерства и режиссуры. Угу. То бишь, к третьему курсу ребята определяются, так сказать, где им более интересно и где они более способны. В актерском деле или в режиссуре. Хорошо. Вот. А обучаются они совместно. Роман Борисович, вот я прихожу поступать. Да чего там я? Пускай мальчик лучше. Приходит поступать. Угу. Можно вас попросить, коллега?
Ну, хорошо. Вы сидите. Да чего там вы? Мы. Вот, сидим в приемной комиссии. Встаньте, пожалуйста, сюда, коллега. Сюда? Да, да. Итак, Роман Борисович, вот входит молодой человек. По первому взгляду можно сказать, есть у этого абитуриента будущее театральное? Глядя на этого абитуриента? Да, на конкретного. Или нет, нет, на конкретного. Вот. А почему вот сразу на конкретность? Без лишней скромности хочу сказать, есть. Похоже, вы договорились, а? Хорошо, входит. Как происходит приемный экзамен? Что нужно? Приемный экзамен, смотря какой тур. Все приемные экзамены... Первый тур. Да, первый, где отсеивают больше надо всего. Надо обязательно после индивидуальной беседы читать стихотворение, басню и прозу. Вот это делается всегда на первом туре. И что вы, миленький, нам почитаете? А можно еще, вы знаете, поскольку их три тура, если я сейчас буду его экзаменовать по всем трем турам, то это очень много времени займет. Да, давайте лучше сразу с третьего тура. Вот третий тур. Там надо обязательно сыграть либо какой-то этюд, либо какую-то сценку на выбор. Либо мы даем просто из пьесы, скажем, Островского, Чехова, или какую-то сценку даем старшекурснику, он с ним репетирует, они играют. Либо мы даем вольную тему такую. Работа с воображаемыми предметами. И вот, значит, абитуриент, извините, вас зовут как? Петя. Петруша. Петр. Дима. Петр. Дима. Дима. Дима Громадский. Нет, Нагиев. Фамилия Нагиев. Да. Значит, кстати, мама просила письмо передать. Нет, это письмецо. Значит, Дима, вот у меня к вам такое задание на третий тур. Вы могли бы сейчас раздеться? Как? Догола. Зачем? Здесь вопросы задает профессор. Вопросы профессор действительно задает, а не абитуриент. Вы миленький. Вот если вы хотите быть артистом. Или артисткой. Или артисткой, да. Я вам даю такое задание. Вот в присутствии профессора, помощника его, разденьтесь догола, пожалуйста. Ну, я же это не в стриптиз же пришел, я в театр. Да, мне не надо объяснять, я хочу понять. Вы можете это сделать? Вот можете включить свои способности так, чтобы, несмотря ни на что... что вот здесь девушки сидят, раздеться догола и чувствуют себя свободно. Да. Мы с профессором можем. Если вы разденетесь, то я тогда... Мы уже прошли это, миленький. Я могу до пояса. Два раза. Дима, вы хотите учиться или не хотите? Да, я хочу учиться, но... Тогда раздевайтесь. Я думал, что не таким же способом поступают-то. Я вам еще никакого способа не предлагал. Я вам предлагал только раздеться. А о способе дальше речь пойдет. Мама говорила, там как бы нормальные все люди. Миленький. Если слушать... Когда мама поступала, маму, и когда вы... Мама, как правило, говорят, что там только одни пьяницы, хулиганы и извращенцы учатся. Да. А мы не пьем. А можно я воображаю, как будто бы разделся? Дима, вот. Вот здесь уже вы проявляете правильно. Вот я вас попрошу, разденьтесь воображаемо хотя бы до нога. Пожалуйста. Еба. Я вот нога. Море, солнце. Фух, жарко. Бюстгальтер можно оставить. Прилипло.
Борис Моисей! Народный артист России Роман Громадский. Да. Роман Борисович. Значит, на этом все розыгрыши закончили. Цигель, цигель, к сожалению, ай-лю-лю. Да, жалко. Значит, самый большой розыгрыш будет тогда впереди еще. Мы, я просто выражаю общее мнение. Да. Общее мнение ведущего и организаторов вот этой программы, что вы нам сейчас обещаете прийти сюда еще раз. Да я могу вообще не уходить отсюда. Нет, сейчас мы вынуждены вас выгнать. Спасибо большое. И за то спасибо. Вот вы меня завели, Дмитрий, этим разговором о юных. И я подумал, что действительно... Можно же сделать организацию «Юные новые русские». Представьте, маленькие человечки в малиновых пиджачках, растопорочку, пальчики, топ-топ, угу. На маленьких мерседесиках, ну вот, ездят вот, и звонят по игрушечным трубочкам. Да, забивают игрушечные стрелочки, да, вот, устраивают игрушечные разборки, стреляют из пестиков. Замечательно просто, только падают часто. А почему? Почему падают? Почему падают? Игрушечные золотые цепи перевешивают. Да. Шел, упал, раз, поднялся, дальше пошел. Опять упал. У нас время есть еще? Сверим часы. Сверим. У вас какие? У меня президент Япония. А у меня полет, улетели. У меня круче. Я думаю. У меня часы крутые, но не так крутые, как следующий гость нашей программы. Даже не гость, а как бы так выразиться... Гостья. И я тоже, да. Актриса больших и малых драматических театров. Ирина Мазуркевич. Ирина Мазуркевич, Ирочка, прошу вас. Здравствуйте. Ой. Что? Там гвоздик был. Я пошутил. Да? Мне было интересно, действительно, это кресло такое неудобное, как кажется по телевизору. Нет, ничего. Попчик не отбило. Я надеюсь, нет желания проверить, действительно ли программа такая бездарная, как кажется по телевизору. Есть. Есть, да? Ирина, тогда первый вопрос. Скажите, вы народная артистка? Нет, заслуженная. Это была его лучшая шутка. Спасибо. Ир, начнем с самого начала, если вы не дрожаете, то, чтобы не выбиваться из общей череды гостей и звезд, которые нам оказывают честь своим присутствием, небольшая история, которая начиналась бы словами «однажды вечером». Сейчас, может быть, для начала очень коротенькая история. Мы вчера репетировали с 11 до 10 вечера «Страсти по Мольеру». И один артист замотанный вышел на сцену, должен был объявить. Я могла бы сказать «однажды вечером», но это было вчера. Он должен был объявить «Маркиз Дорант с какой-то дамой». Он вышел, язык уже не шевелится, он сказал «Маркиз Дорант». А из кулисы ему приятель отвечает, с какой-то Цеткин. Теперь нас так и называют, марксист Даран, а какая-то Цеткин, это я. Ирочка, вот на самом деле вы сыграли массу ролей в кино, но мне очень стыдно, я не могу вспомнить ни одной, не характерной, а скорее возрастной роли, где вы не играли бы положительную красавицу. Яму красавицу. Я серьезно так говорю. Этот знаменитый фильм о бедном гусаре «Замолвите слово». Я считаю, что просто бестселлер. И вы там, знаете, есть команда, не команда. Вот вы как нельзя, кстати, пришлись вот именно к той команде, которая делала эту картину. Я вас не могу. Я вас не могу представить даже... Веря, что вы действительно талантливая актриса, в роли, ну вот из головы беру,
Старухи из Эргиль, например. А ведь еще известно... Шипокляк, помолчи, а. Шипокляк, он из всей классики Рос знает только Шипокляк. Друзья. А ты из Эргиль, а? Читал Горького, дескать. Шиканул знанием. Я тебя процитировать даже могу. Красивые всегда смелые, говорила старуха. И тогда она вышла вперед, вырвала у свое сердце. Это Данка. И понесла его людям, чтобы ярче горело. Ира, вот представь такую ситуацию, что вы... Я сейчас сказал, влюбленная девушка в Джульетта. Никому не интересно, тем более вам. Представьте, что вы старая... Представьте, я это... Старая, прожженная сутенерша. Уже лицо пошло сразу, чувствуется, да. Владелица довольно доходного заведения в центре Парижа. А я прихожу к вам устраиваться на работу, будучи молодым мальчиком-геем. Дима, а давай придем вместе, как будто в первый раз, и скажем, у нас 10 долларов, хотим королеву. Два мальчика-гея. Ты все о своем. Да! Давай два мальчика-гея, с удовольствием. Всю жизнь мечтал сыграть двух мальчиков-геев. Подожди, это... Сергей. Подожди. Ну, хорошо. Это только образ всего лишь. Всем запущено. Да, Ирочка, как, а? Возможно такое, а? Ну, малыш пусть подождет немножко. Понимаешь, что ты даже старый сутенерша уже не нужен. Не сюда. В окошко будешь смотреть. Ну, не Ира! Посидите. Можно ждать? Итак, Ирочка, да? Меня, да. Я очень хотел, знаете, материальное положение. Положение. Повернись. Нагнуться? Еще. Развести. Еще. Так. Батенька, да вы мужчина. А у меня в заведении только женщины. Матушка, сделаем. Что будем делать? К завтрашнему утру сделаем. Что будем делать? Сделайте так. Талия. Есть. Бюст. Бюст. Ну, это можно организовать. Есть. Так, что теперь может быть еще? Нет. Как... Бюст у тебя на столе. Вот так. Я, может быть, не умею всего этого носить. Вот так, да. Вот так, да. Ну что, поговорить можно будет, но только поговорить. Угу. Поскольку вы сказали положение... Обязывает? Нет, положение у вас материальное. Угу. Ага. Угу. Положение тяжелое. Ну да? Я пошла! Да. Даже да. Скажу вот что. Поскольку положение материальное тяжелое... Да, я готов трудиться и днем, и ночью. Да, но вы не сможете трудиться ночью. Вам придется трудиться какое-то количество вечер, да? Как-то вечером немножко. Сутки. Чуть-чуть. Вечером. Но когда дойдет до дела, вы не сможете соответствовать, поскольку у нас в заведении работают женщины. Поэтому мы сделаем так. Я буду брать небольшой аванс. Из-за меня? Нет. С этого человека, да? С которым вы будете, которого вы должны быть обслуживать. А потом, когда он, естественно, разочаруется, поскольку он ожидал увидеть женщину. Подождите, кто же вам сказал, что он разочаруется? Да вы меня в деле не видели. Но. В деле. Но. Так. Но. Публика ждет. Вот о том и речь. Когда ходит до дела, все некоторые вы... Некоторые мужчины. Вот. Поэтому я и говорю, вы будете делать только полдела. А пол... Задаток я вам буду возвращать, поскольку, ну, как вам сказать, мне вот просто жалко. Материальное положение тяжелое. А мальчика куда? А вот с мальчиком мы сейчас пройдем. Очень хорошо. Неужели повезло-то, наконец-то? Мальчику я объясню, что надо делать. Ага. Все, что...
что ли? Ну, с вами все. Ну да, совсем мальчик же еще. Все, да? Да. Совсем еще мальчик. Так, ребята, я хочу сказать, что вот мы тут такие свободные очень, да, раскрепощенные. А это плохо. Нет, хорошо, если бы это было так. Но на самом деле... Настоящее, понимаешь, что такое настоящая свобода на сцене, когда на сцене появляются животные. А я к тому, что вот если мы сейчас выведем сюда мою собаку... У вас есть? Да, у меня такса. Дело в том, что мы сейчас репетируем и целыми днями в театре. Ему очень долго приходится быть одному дома. Он съел уже все, что можно было, перегрыз уже провода у торшеров везде. Поэтому мы оставляем чистое поле, все убираем. Но он очень скучает. И я, в общем, взяла его, подумала, может быть, будет... Во-первых, ему не скучно, а во-вторых, чтобы вы увидели, что такое свобода. И вот попробуйте его переиграть, когда он увидит. Ну, животное переиграть практически невозможно. Ну, так вот. А где он? Доставайте, Ира. Давайте. Лизуля, давай. Пошли. Давай. Дмитрий, да. Если собака пописывает, мы тоже должны будем это сделать. Сейчас правильно. Я боюсь, что я переиграю. Патя. Патя. Батя, сейчас, иди ко мне скорее. Сейчас, батя, а где сейчас. Моя собака? Сейчас, батя. А где сейчас, моя батя. Собака? Скорее, скорее. Еле вскарабкался, а. Скарабкался. Ой, какой, а. Еще один низкорослый. Симпатяга, а. Ага. А вот еще один низкорослый, это вы к чему? Так вообще. Это вот моя вообще. Да. Только чего тебе, друг Мазуркевич, так мало нравится стало сразу? Мне нравится после. А Ире очень нравятся малорослые мужчины. Да? Правильно. И это правильно. Так что с собакой? Давай, а служить, служить она может, Ирочка? Ну, он, нет. Он хороший. Ой. Но он не на границе. Это охотничья собака, да. Да? Вот он, например, не любит... А тогда... Он тогда... не любит, когда ко мне пристают. Патя, Патя, иди ко мне. Сейчас, подойди, пока мне. Она не я то точно не буду. Укусит. Я и не хотел. Нет, он ничего плохого не сделает никому. Откусит полщечки. Пристань, пожалуйста. Полщечки, да? Вот вы так себя свободно вели. Вот сейчас попробуйте то же самое. А я пока за рояль стану. Видимо, место опустеет. Смотри, я за тебя. Тихо. Смотри, а он уже... Тихо, Патя. Патя. Я мечтал об этом поцелуе. Погладь, Иру. Патя, Патя. Смотри, Патя. Блин, Сережа, ну нафиг. Похоже. Yes! Yes! Патя, попроси, мой хороший. Тихо. Попроси, мой мальчик. А как ты попросишь? Нет, попроси. Попроси. Как ты попросишь? Попроси. Как надо попросить? По-человечески как. Попроси, мой я сам не знаю. Вот так. Вот так. Носик, да? Носик. Сделай носик. Носик сделай. Сделай. И собака носик, сейчас так. Не дразни. Попроси, мой хороший. На. Бай-бай. На. На. А то они все отнимут. А теперь Сережа так же попробует. Сережа сейчас у нас будет педигри есть. Вот повезло, так повезло. Фирма педигри. Угу. На. Неоплатном долгу. Угу. Сережа, да, давай. Должен сначала попросить или сразу есть? Нет, сразу. Сразу. Батенька, смотри, а то Сережа съест. Ешь скорее. Подожди ты, блин. Ешь. Видели? Ешь скорее, а то Сережа укусил, съест. Ведь укусил. Давай, не дай. Ешь, Патя. Ешь. Укусил. Ешь, мой хороший. Укусил. Хороший. Я больше не трогаю эту рыбу. Как-то она тебе ниже пояса метит, друг. Охотничьи, говорите? Моя. Я бы даже сказал, норковая. Все в порядке. Я служу. Моя, умница. Хороший. Это наша, да? На. Потом сидим. О Диме. О Диме. О Диме можно дать? О Диме можно? О Диме. Нет, сами Лента. Будем есть. Молодец. Ешь, ешь, пока не поздно. Патя. Лучше сам будет есть. Некоторые ходят, да? Некоторым и так не хватает. Только я тебе поможешь. Спасибо, друг. Патя. Собака, смотри, что творит. На, ешь. Вот так вот. А, какие вкусные гадости. А все почему? Потому что мой друг царь зверей. Ирочка, спасибо большое. Да. Огромное, ешь. Огромное удовольствие было общаться с вами. Ира. Да. И совсем не больно. Даже. Играть на пианино только, я не знаю, буду.
Вот так вот у нас все, да? У нас программа по-богатому. Что вырастили, то и подарили. Это вы шикуете. Спасибо, Ирочка. Хорошо. Большое. Ирина Матухевич. У меня после Громадского синего не проходит. А у тебя после Мазуркевич, ну-ка скажи как-нибудь. Да, друзья мои, как неприятно прощаться, но придется. Я прошу прощения, что мы сегодня впали немного в детство. Я вас уверяю, это не маразм. Ну, просто иногда хочется немного пошалить, побаловаться, побалагурить. Нашкодничать, напакостить. Я думаю, что после сегодняшней программы кое-кому, конечно, нашлепают по попе. Или отберут жвачку, поставят в угол. Но мы готовы. Готовы страдать, лишь бы вам, дорогие зрители, дорогие телезрители, хотя бы несколько секундочек нашей скромной программки понравились. Спасибо вам огромное, что вы провели этот часик с нами. Удачи вам, любви и терпения. Это было самое популярное шоу среди Сережиной мамы. Однажды вечером с Дмитрием Нагиевым. Всего доброго! Что, сняли? Что-то бровями там двигал, а? Сережа, вот мы, Зоркевич, договорились, что ты будешь стоять и молчать. Ты меня постоянно перебивал, да. Постоянно перебивал, постоянно влезал, мне было слово не вставить. И с этим, с Громадским. Сказал он тебе снять штаны? Взял бы, доснял сразу. Ну что, он тебе сказал снять? Значит, а другая бы молчала. Надо было, мы с тобой договаривались, ты ломаешься. Снимай штаны, лупить буду опять.